слава богу, нам надо, да? Тебе надо вот туда. Сейчас Света приедет в Ютубе. Это не косилось. Я сюда же день. Да, да. И это. А ты что? Витька, а что ты стесняешься? Ну, я бы не подумала. Витька! Так, почесаться, почесаться. Я, может, не хочу. Не хочешь? Надо во что шампанское наливать? Давай. Стаканчик. Я же это самое, напиток налила. Ну, правильно! Не выдержу! Лопнула. Сколько из Минска ехать выдержишь? Говорю тебе. Анекдот какие-то. Застрелит. Что скорее счастливым стать? Понимаю, у меня насморк, я просто сейчас начну искать. Ну, розовый нос, розовый. Димка не пришел. Димка, привет. Что это? Кто понимает? Там же надо поет. Я еще подвинуться, наверное, надо. Подвинемся. Ой, надо уходить, да? По шару. Добро? Шару кому могу по шару уходить? Не забудьте, друзья. Ну, все шампанское, что что пожелать тебе, не знаю. Ну, перескажет, когда. Что пожелать тебе, не знаю. Здоровой быть, наверное, нет. Красивой быть, наверное, нет. Счастливой быть, наверное, да. Кто счастлив, тот красив всегда. Вот так. Спасибо. Лови мяч. Хорошо, будешь? Ну-ка, давай. Томка. Будешь приезжать? Так, детки. Штука. А вот что интересно, да, вот это же совет. Второй наливаешь, а? Не поняла. Помада, помада, она... Нет, это сладкое, какое-то итальянское, там никакое. Помада. Нормально, не нравится. Хватит, хватит, хватит. Понял. Тоже понял. Витя, ну, давай, что? Давай. Так, все. Да, Витя, клади ты это самое. Сейчас посмотрим, Валя, да? Сейчас посмотрим, кто тебе желает. Ну, давайте, да? Пусть будет счастье и здоровье, и пусть на все хватает сил, и каждый день обычной жизни, чтоб только радость приносила. Так пишет, скажи. А тут я прочитала. Не, не вижу, что там написано сзади. Ну там такими же большими буквами ты не видишь. Все, Галька, пора спать. Галя уже там не просто. Не, вот самые две последние строчки, вот там, где темно, не вижу, честно скажу. Всегда они же не вижу. Ну пусть будет сюда. Ты пробовал сюда? Я там же. Ну,
одного. Дима, тихо, делай, не понял. Сломай мне стул, я опять качаюсь. Мне нравится эта женщина. Время с дома, у нас такие эффекты. Тише, тише, тише. Тише, покажи пятки. Крепко. Я эту женщину люблю. Только не задуши. Тихо. Тихо. Мы много лет вместе и были вровень. А сейчас я хожу, чтобы были вместе каждый день. Насколько это возможно. Ну, поэтому я... Да, я так хотела сказать. Нашла я того, что хочется. Все, зайка. По этому поводу нужно отдельное пальство. Подожди, не столько денег. Годик. Парка. Ну да. Нет. Ну. Хочу, хочу, хочу. И все. Стас, покажи, как ты любишь. Я говорю, не задуши. Хочу, хочу, хочу. Давайте. Ладно. Подождем еще неделю. Как мы потом будем горкой кричать? Мы делаем. Блядь, дела вы такие днем рождения хотелись отделать и то, и другое. Ни черта подобного. Ни черта подобного. А то тут сейчас мне горка. Для этого еще надо время. Да, ну. У нас еще очень. Мы умирать не собираемся вроде. У нас еще, знаешь, вот так вот. Вы немножко потерпите, а мы немножко еще поборемся. Как всегда говорят, как боритесь за свое счастье. Начну наверное. Давайте пить надо. Ну вот сказали тост. Да, да. Надо пить что-то обязательно. Обязательно. Я помню. Куда это? А, что за то снаб? За то снаб. Че? Твой здоровье. Махинаторы. Я такая бочка, я такой не могу пить. Махинаторы. Не, Валя, ты смеешься. Пьешь, пьешь, дыхания уже не хватает, все равно пьешь. Валя, давай. Валя, давай. Так, Валя, давай тоже надо. Все выпили? Все выпили. Ой, не, моя, не, я и румку съела. Ну, честное слово, не все. Я не то выпила, и румку Галя съела. Галя не выпила, Света не выпила. У меня полная была. Света, ты не тот стакан, понимаешь. Мне завтра попросили, надо уже на двоих. Надо же перцы добавить. Перцы. Пол восьмого на работу. Вкусная, вкусная. Пол восьмого должен стоять, как и не пять. В Минске на работу. Это заводе. Пол восьмого, да, Саш. Мы стукай за стола и пойдем тебе на покупку садить, да? Мы будем тормозить, а потом девки. Утром в Минске на работу. Как я думаю, что я у меня заводит. Там строго сидит. У тебя что-то попутки стояли, я проверю. Света, Света. Я думаю, что проводит. Мы ходим на ебать. Я? Так я ложусь не буду. Вон она будет. Вот так. За такой тост грех не выпить. На ковры меня заработал. А что ты любишь? Не, я не дала. Приехала бутылка, но не разбитая. Завтра мы расставим. Я смотрю, что такое, Света, да? Света, Света, вы дела? Уже расстроилась. Если ты же поговорить. Маша, да, я же поговорю. Ну, тоже ты выливать не будешь. А? Выливать тут здесь не будет. Выливать здесь не будет. Отливать, а то надо уже. Витя потеряла. Витя потеряла, думаю, хоть ты сел поем. А кровопочки допустим. Она работает, так все не наливать. Наливай все. Мне это все прошу. А вы наливайте на 15. Потому что я. Да я попутала. Я захотела. Классная дама. На бок он. Чем больше спишь, тем больше спать. Да, план, наливай. Я вот завтра тебе же серьезные мероприятия. Конечно. Так, все, объявляется. Так, тихо, внимание. Поздравляю, дети, племянники Валины. Идите сюда ближе. Тихо, тихо, сделайте это. Сейчас будет песня. Сейчас будет песня. Ты что спойте? Сережа поет, Женька играет, да? Нет, Женя поет. Женя играет. А ты поешь? Я не пою. Это просто такая музыка. Ну так ты поешь. Ага, ты поешь. Ты тетю Валю поздравь, скажи что-нибудь. Ну а потом мы пусть играем. Ну говори. Женька, будем вам петь песню на день рождения.
А ты что скажешь? А ты? А Сережка будет петь? А как поздравлять тогда? Я ничего не буду петь. Так а скажи, как дела? Что я говорю тебе? Сережка, ты поздравляй.